сегодня 21 апреля в селе Копчак собралось представители МИГа «Долина родников». Это представители четырех сел. Это к ним относятся представители сел Кайраклия, Копчак, Новоселовка и Алуат. И был рассмотрен несколько вопросов по повестке дня. Первый вопрос был по деятельности за 2020 год. Да, и в целом МИГ в 2020 году поработал более-менее успешно, что, естественно, было отражено. Был представлен финансовый аудит. И самый главный вопрос – это то, что МИГ собирается делать в 2021 году. Есть проектная программа, и согласно которой МИГ «Долина родников» будет участвовать в 2021 году в этой вот программе. Сегодня принял решение, то, что мы будем в этом году все, то есть весь МИГ будет участвовать по нескольким приоритетам. Это первый приоритет, это примерно 40%, это на развитие инфраструктуры населенных пунктов МИГа, и 60% это договорные суммы, это на развитие экономики, бизнеса этих же самых населенных пунктов, которые составляют МИГ «Долина родников». До 26 апреля мы уже должны подать заявку по участию в данной программе на 2021 год. Кстати, есть очень существенные изменения по сравнению с предыдущими годами. Дело в том, что в этом году был принят закон об местных инициативных группах, и сейчас уже МИГ в этом году будет представлять собой уже статус юридического лица, соответствующей регистрации. И менеджеры, и у него будет свой директор, свои менеджеры, которые будут работать не в интересах того или иного населенного пункта, а только лишь в интересах МИГа, и будут работать не только с программой «Лидер» на данный момент, который это все организует, но плюс еще ко всему и с другими перевозможными программами для привлечения как можно больше инвестиций, грантов, проектов в населенные пункты, представляющие МИГ.